Толянты здесь. Если что, напишите что-нибудь. О, здорово. Уть. Короче, народу просто до жопы. Вот. По сравнению, конечно, с ними местными нашими, это вообще не то. Ну, в целом, конечно, прикольно. Надо поискать какие-нибудь прикольные колеса транспорта. Пойду пока до своего дойду. Покажу, на чем я катаюсь. А потом пойду дальше. Искать нормальные мотоциклы. Вот, собственно, мой. В эту сторону. Да? Да. Это мой. Можно на пыли что-нибудь нарисовать. У меня он чуть-чуть запылен, и, короче, на нем можно рисовать. Вот. Это уже приехали после марша, так называемого. Вот. Был марш. Вокруг. Ну, не вокруг Питера, а по центру города. По центру Питера. Вот. Тут таких красоток, знаешь, сколько, блин, елки-палки. Замучились всех обходить. Вон, шумят некоторые. Плохо, что в этом стабилизаторе нельзя это зарядку воткнуть. Так было бы, конечно, было намного прикольнее. Вот матный аппарат. Сейчас дойду до него. Я его тут приметил. Вообще прям прикольный. Трицикл, как он, по-моему, называется так. Плохо, что микрофон звернет. У меня телефон, и я же вообще не готовился, скажем так, к этому. Я же даже этим долбанным моноподом не умею нормально пользоваться, у меня постоянно куда-то в сторону уходит. Ну, в сторону уходит, это понятное дело, он пытается балансировать. Но я курсором постоянно не в ту сторону, собственно, кручу. Ну ладно. А с микрофоном у меня проблема в том, что тот микрофон, который у меня был, петличка, у него это, его пропаивать надо, там контакты отлетели, короче. У меня паяльник только на 80 ватт, и я боюсь, что я этим паяльником смогу максимум только его сжечь к херам и купить новый микрофон. Вот. Ну ничего. Это еще не последний стрим с Питера. Будет как минимум сейчас закрытие мотосезона, будет по катушке мотосезон, как бы будет полноценный. Вот. Короче, и возможно я оживлю свою камеру, которая GoPro, для того, чтобы нормально. Вот, тоже красавчик. В принципе, многие, блин, вообще симпатичные. Я не знаю, правда, насколько мне камеры хватит. Девочки коротенькие, батька. Ужас. Мне приходится громко достаточно говорить для того, чтобы меня было слышно. Вот он, золотая. Да, поприкольно на голове. А еще почему-то у меня, может быть, из-за того, что у меня памяти мало осталось в телефоне, у меня начинает дергать видео. Вот. Походу, надо было купить флешку и все скинуть на флешку, а потом уже начинать записывать видосы. Ну или, как минимум, надо менять телефон.
съемку. Да нет, у меня раньше, у меня сейчас прикол в том, что у меня простые видео даже на телефон, который снимаю, не стрим, они у меня тоже тормозят. Вот. О, красавцы, блин, елки-палки. Ебать, они стоят просто-напросто. Вот музыкальные шкатулки, голдвинги. Тоже. Это те, которые ездят по городу и с музыкой. Уёмные ребята тоже. Это как раз таки из-за слабости. Так и раньше, что у меня не тормозили видосы, в смысле на обычные, которые. Но вот прикол в том, что у меня раньше-то нормально видосы в 4К снимали. А сейчас у меня 1080 тормозят. Хотя я, конечно, предполагаю, что, может быть, каким-нибудь обновлением Android они специально сделали это искусственное торможение, но в целом что-то я сомневаюсь насчет этого очень сильно. Но кэш, да, скорее всего, забит в сраку, там вообще... Мне кажется, проще его сбросить, в смысле вообще, да. Просто, и как бы потом все будет в порядке, да. Я об этом тоже думал. Но мне так обламывает потом все переустанавливать, хотя я понимаю, что все, оно может установиться автоматически, там же, бля. Google сохраняет все приложения, которые тебе нужны, ну, такое себе. Посмотрим. Я просто-напросто давно не снимал видосы и, в принципе, не думал, что там будет что-то тормозить. Ну ладно. Так будем. Ну да, ну что, тут очередь стоять, я быстрее доеду до финала. Крупные ребята. Куда-то поехали. Мотофестиваль. Пойдем на КПП, зайдем, посмотрим, что внутри происходит. Это все наружная часть, если что. Если что, это не все мотоциклы. Это, наверное, процентов, наверное, только 30 всех мотоциклов, которые здесь собрались. Потому что все остальные там где-то вдоль дороги протянуты. Вот. Сейчас меня на КПП немножко проверят. Посмотрят, есть ли у меня что запрещенного. Я сам знаю, есть ли у меня что запрещенного. Прикол в том, что в Хабаровске я не боялся оставлять шлем на мотоцикле. А тут не знаю, как бы вообще, стоит ли мне это делать или нет. Вот, кстати, Газпром-арена. Во всей своей красе, по факту. Но ночью она, конечно, симпатичнее смотрится тут, блин, она вся в фонариках, светодиодиках и всем остальном. Что у меня есть? Сейчас проверимся. Чуть-чуть. Будет видно. Thank you.
Ну вот, прошли КПП. Сейчас идем дальше. Тут ветер дикий, поэтому я не знаю, как у нас с тобой, наверное, ужасно. Ничего страшного, ничего страшного. Если меня слышно, это уже неплохо. Ветер тоже слышно хорошо, это тоже неплохо. Знаешь, в принципе, атмосфера есть. Понятно, что здесь происходит. По атмосфере тут у нас погодка, я бы сказал, не холодно, но ветрено. Такая пасмурная, как бы. Ну, в принципе, по небу и так понятно, так что. В Питере здесь даже солнца не видно. Здесь легко ловить нам. В собственном ритме мы то, что попадает. Там пытаются учиться станту. Бля, прикольная штука, конечно. Где-то тут шашлыки еще есть. Да, тут такое. Проверим, как девушка умеет стантом стантить. Прикольная игрушка. У нас такая в Хабаровске тоже есть. На всяком случае, была года два назад. Итак, друзья мои, кто же будет сзади ловить, да? В 1994 году и Константин Кота-Шустарев, ее основатель, бессменный лидер. Ну что, поднимется на дыбы или нет? Опа. Давай круче, газ полный, нормально будет. Ха-х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 а
боится вообще. Мне тоже было страшно. Хоть я уже делал такое. Она сделает. Все, ей помогли, это уже неплохо. Все, кайф. Получилось. Это ништяк. Меня слышно вообще не будет. Пойдем, возможно, на прикольные мотоциклы какие-то. Ладно, сюда мы еще вернемся.
пока. Это очень легко на катушке стоять. Я постою на катушке. Какая-то это шпион какой-то четырехколесный. Аппарата в этом положении. Надо было сзади крыльцо вставать. А в целом как-то так вот пока что проходит. Думаю, короче, резко нельзя поворачиваться, он с ума сходит.
совпадают надписи, по газонам не ходить. Тут надо еще на ноги вставать как-то. Так сидеть нельзя. То есть надо на ноги вставать и вперед корпусом. Иначе будет плохо. И балансировать. Это как на велике, по сути. Та же система. Так это он сдает. Спасибо, пожалуйста. Пойдем дальше. Я не помню, что там дальше по планам, правда. Пойдем, наверное, как КТМщиком прогуляемся. А, вон, с одной стороны что-то есть. А, тут очередь пострелять. При таком ветре с пулей стрелять, конечно, прикольно. Куда сейчас пойду? Там вдоль. Посмотрим местность окружающую. Здесь по сути смотреть особо нечего. Да, дорогие мотоциклы. Интересного. Прямо растоковые мотоциклы стоят, которые не особо прикольные там. Ну, ладно, раз мы уже здесь прогуляемся. Но ветер, конечно, нормально такой. Все сносит. Можно. Такое ощущение, что тут вечера, и вечером будет уже все основное действие.
Кто-то приехал на другом колесном транспорте. По-моему, тут немного лишних. Она не отпускает вот так. Всем близким, друзьям. Да. С ума не сходи, блин. Долбаный стабилизатор. Вообще прям подойдет такое. Правда, экипаж стоит столько же, сколько стоит мотоцикл сам. Для того, чтобы нормально кататься на нем и живым остаться. Но именно не тебе не спортивный больше, мне кажется, нужен. А вот такого, типа, кросс, эндуро. А на него права не нужны. Он по дорогам общего пользования не ездит. Ну, если про кросс говорить, про эндуро ездит, кросс нет. Он ездит по бездорожью. Получить стоит. Полезная хрень. Порой. Такое ощущение, что сейчас дождик пойдет. Почему? Да, тоже начал капать. Главное, чтобы не ливень. Будет обидно немного. We'll be right back.
другую сторону, в сторону выхода. И там посмотрим, что еще есть за территорией уже. Здесь уже. Спасибо. Реклама мотостолицы. Не знаю, что это. Мотостолица РФ. Мотопарад, мототриалы, большая сцена, зимняя зона. Что там? Мультиформатный фестиваль 12-14 июля. Надо будет приехать. Пока обычно не знаю. И подключим. Если работает. Мама все кривляет, понял. Поэтому не пропустим. Короче, я так полагаю, надо будет запускать стримы на каждую тусовку, которая будет проходить. Там, кстати, в это место, я не знаю, в смысле, еще пойду, я не пойду. Потому что денег на него не терплю уже после ипотеки. А тратиться я не хочу. Интересно, выход здесь там, где вход? Или нет? Да, есть такое дело, но я сейчас дойду все равно до туда, до куда хотел. А потом, в принципе, так как я в Казани, так как я нормально экипировался, даже вон, в перцах решил пойти сегодня поехать, а не в обычных кроссах, мне будет вообще пофигу. Вот что, кстати, вот перцы для мотоэкипа вообще самое то. Как бы
них и ходить удобно достаточно, и ездить там, и в целом они хорошие ботиночки называются. Вот. Поэтому ничего страшного. Но народ потихо сваливает. Погода как бы народу не нравится, они начинают уезжать как бы. И возможно поедут либо просто прокатятся куда-нибудь в другую сторону, либо по домам чуть-чуть разгребутся. Вот. Все начинают разъезжаться уже. Меня удивляет то, что уже 45 минут стрима. И как бы камера еще... Телефон еще пока не вырубает. Еще 50%. То есть, в принципе, за час стрима 30%, 40%. Да, 30, нет, 30 где-то, 35%. Вообще само то. Вот. А, ну там еще разъехались то, что мы еще. Я хотел показать, как его там. Нет, короче, надо бы заехать в ДНС какой-нибудь себе флешку с Type-C или картридер с Type-C и перекинуть все на том потом. А еще желательно купить еще один насос. Это довольно упорно. Штанишки будут. Сейчас полетело. Вот такой вот мотофестиваль на открытие мотосезона в Санкт-Петербурге. Собственно, не особо даже омрачен погодными условиями. Настроение тут достаточно жаркое, так или иначе, народ радостный, выехал. Объявил. Открылся сезон. Основной урок стоит теперь быть повнимательнее слегка, потому что так или иначе, кроме четырехколесного транспорта, самокатчиков, велосипедистов и прочих, также на дорогах появятся и мотоциклисты. Вот. Такую непонятно охрененную речь сейчас сказал. Надо быть комментатором каких-нибудь новостях, блядь, походу. Жаль, там маты нельзя использовать. А то у меня постоянно будут маты. И это будет печально. Я подхожу уже к своему мотоциклу и сейчас куда-нибудь рвану какие-то 200. Что у нас дальше пока непонятно, мы что-нибудь придумаем. Не сильно всматривайтесь в иероглифы. Они на другом языке. Потихо свой 3D проект рендерить будешь. Блять, там надо не потихо его рендерить, походу, а уже по сильно жесткой громкой. Ладненько. Буду отключаться, короче. Поеду покатаюсь, пока возможность их поставить штатив и снимать постоянно у меня нету, но я что-нибудь придумаю потом, под в течение сезона.
буду думать, как поставить телефон и как начать стримы уже нормально, уже в движении, чтобы были. Все. Всем, кто меня смотрел, спасибо. И до встречи. Еще увидимся. Все, всем пока.